Окей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Quest Hunter. Так, я сейчас быстренько проверю насчет звука. Так, раз, 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 да, хорошо слышно. Поэтому мы летим. Как я говорил, сундучок. Открываем. Так, а сколько у меня ключиков? 15-34, хорошо. Нихера цена. Блин, походу мне нужно было по-другому поговорить, и скорее всего он бы мне что-то иное дал цены. Ну, ладно. То вышло, то вышло. Дом мясника. Чёртовая засада, либо единичку нажимаю, либо сразу троечку и валим. Стоять на месте. Выворачиваю карманы. Пока. Я не вижу смысла с ними драться просто. Потому что это лишняя трата времени. Так, мясник, поехали. Я думал, лучше пока что в ту сторону идти. Так, там разбойничек стоит. Отлично. Забираем. Опа. Манать, но он меня ударил. Сундучок, 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 что в тебе? Так, нужно посмотреть челика, которого мне дали. А, его тут нету. Скорее всего, если бы я поговорил с ним нормально и отпустил... А я мог бы его отпустить, потому что мне, в принципе, ничего, так сказать, не держало. Я понял, до свидания. Даже я иду вообще-то за мясником, я так? Ом. Нихера. Интересно, что же я там сейчас получу? Ну, шляпу. Это шляпа Робин Гуда? Шляпа лучника. А нет, просто лучника. Так, и что мне с ней делать? Подожди, по карте это выход. Там выход. Один секрет. Так, а здесь проход. Ага, мне туда надо. Хорошо. Так, вопрос, как мне туда попасть? Я вижу. Или не вижу. М
Нет, что-то я уже не вижу. А, не вижу. Ну, с них хотя бы алмаз можно выбить, слушайте. Люм. Старый колодец. Кому-то он здесь понадобился. Выпить из колодца. Освежающий холод проносится по телу. Ну то есть мясник, да? Они монстров убивают и жрают? Нифига себе. Леди. Ой, это же мой герой. Ты наконец-то пришел познакомиться с моей папочкой? Я так рада, что ты пришел. Мне так много надо тебе рассказать. Папа очень рад, что ты меня спас от злых гоблинов. Мне терпится с тобой познакомиться. По правде сказать, он уже готовится к нашей свадьбе. Начал собирать приданое и планировать праздничный стол. Все мои подруги без ума счастливы, что я вернулась. Им тоже не терпится с тобой познакомиться. Я хотел поговорить с твоим папой. Ой, извини. Я все болтаю и болтаю. Он на заднем дворе рубит дрова. У нас будет мужской разговор, да? Я все понимаю и не буду мешать. Ну, девочка хотя бы понимает тайники, вот. Я думал, ее папа король. Мясник. Так вот он, герой, спавший мою любимую дочурку от гоблинов. Да я тебя обниму. Ты, наверное, голоден? Будь то не близкий, вот, прикуси. Итак, расскажи мне свои планы. Хочу знать, чего ждать от будущего зятя. Я готов жениться. Я еще молод, не хочу жениться. А предано есть? Ну, блин. Понимаю, сам таким был, а потом бах, и ты уже папа. Удачи тебе в странствиях, и помни, наши двери для тебя всегда открыты. Сундук. Ой, сорян, не, я не буду убивать. Это их, не, так сказать, место жительства животных. Мой герой. Блин, а если б я сказал, я хочу, типа. Что было бы? Наше интересно стало. Блин, если б молния бы не рандомно била, а именно по врагам, было бы прикольно. Ну хотя у нее рандомные удары, но очень жесткий урон. Какой-то степени, поэтому мне кажется, здесь все сбалансировано. Так, ладно, давайте мы с вами сходим в... Куда мы сходим? Так, а теперь вспоминайте, народ. Где у нас... А, лагерь красных был. Не хочу, это лишнее морока. Ох, не к добру тут я. Эти яички лежат. В принципе, здоровяка можно и убить. О, золотой ключик как раз, видите? Вот такой цель можно было и убить. Yeah.
А вот этот сундук хороший. Я не думал, что тут есть разновидности сундуков. Ну, в плане, как они выглядят. Смотрите, этот большой просто. Интересно, что в этом большом золотом сундуке? И цветочек я тоже заберу. Тут ключик. Плохо. Вот это на самом деле было неплохо. И мне даже заморозки уже хватает, типа, чтобы убить. Вот, то есть, такие вот здоровяки находятся в кристальной пещере. Ну, сраная встреча, никому не нужная. Вопросы, для кого это было нападать? Так, сразу зайдем к этим. Ням. Только осталось. Ага. Ну, давайте я так обегу. Налетели, нападают. Отнес письмо? Да, все сделано в лучшем виде. Муроносому не хватает припасов и времени на подготовку. Ах, он старый лентяй. Решил мне так рушит все мне планы. Даю второе задание. Принеси мне 20 свиных рулек. Рулик для отправки их Мурому. А, так, что насчет так? Я промешаю твою казнь. Бьем. У меня есть дохера. Провизия готова. А ты шустрый мало, держи награду. Новое задание, боец. Один крестьянин отказывается платить за то, что живет на моей земле. Тебе надо его проучить. Как его проучить? Ну, небольшая местная лавка на севере. Припугни хорошенько и принеси мне что-то ценное. А я знаю, о ком он говорит. Но я не хочу туда идти. Он на местнике говорит. Ага, бей его, парни. Идиот. Идиот тупой. Но я не собираюсь нападать на чела, который... мясом. Вот этот, мясника. Поэтому пускай гуляет лесом. У него мясная лавка недалеко на севере. Я знаю, о каком севере он говорит. О, факел можно забрать. Молодец, этот меня каменный поджидал. Ну, типа на севере имеется в виду. Северный лес, правильно? Вот на севере. Дом мясника он имеет в виду. Он хотел, чтобы я зашел внутрь, убил его животных походу. Нахер нам не надо. Скажу его напарнику, что черноуса больше нету. Thank you.
Ну, я типа долго по дудку того играл. Поэтому уже хватит. А заметьте, это он без бороды. А где я третью возьму? Чтоб реликвию забрать, а? Я же реликвию не смогу забрать так. С дубиной покончено. Отличная работа, вот награда. Так, я как понимаю, мне нужно теперь отправляться в сраный лабиринт. Ой, подожди. Не забыл. Надо место освободить. Потому что не факт, что я сюда еще прибегу. Если я отправлюсь в болото. Да, видите, а тут подороже берет вещи. Ладненько, погнали. Древний лабиринт. Я не хочу в лабиринт. Ну, картиночка, то, что... Это что? Окей, либо тут дракон, либо какая-то херня. Понял, почему это называется... Называется. Ладно, ключ у меня есть, поэтому посрать. Жалко, что нельзя ни у кого еды купить. Фигня в том, что там рели вообще никого еды нельзя купить. Бля. Ладно, еда, еда. Ну, я куда-то пришел. Я куда-то вдали бегу сильно. Как говорится, понимаю. А теперь мне бежать хер знает куда обратно. Ну ладно, тут все равно не так далеко. Давайте сейчас сразу направо повернем. Я ударю молнией. Раз сундук открою. Может здесь ключик будет? Why no? Ну, бомба тоже неплохо. Скажем честно. Значит, сейчас придержимся правой стороны. На длинные не идем. Значит, сюда мы не идем, мы идем сейчас сюда. Так,
Сюда. Сюда. Да, в принципе, это тоже способность неплохо против этих. И что? Я вообще-то думал, что мне в эти врата надо. Ладненько, значит, мне сюда. Яблочек у нас почти нету, но у нас дохера. И такой провизии. Хотя, если так посмотреть, я нашел разбойничий лагерь. Ага. А, я понял, до свидания. Я пытаюсь играть осторожно, я молчу, потому что я осторожничаю. И в моем уже этом яблочко заканчивается. Это тот сундук? Вообще, что это за место? No bad. No bad. И мы идем далее, да? Ну, первый, в принципе, участок я прошел. А это уже является второй участок. Так, там есть проход. Чёртовы лабиринты. Бац-бац-бац. Мне просто в центр, да, нужно? Ну, если да, то... А нахера мне туда? Ладно, не, в принципе, я туда просто попасть могу, но... А зачем мне туда? И засейвиться нужно будет, и забрать сундук. Грибы напугали. Так, давайте, пока я еще не спрыгнул, посмотрим. Тут прохода нету.
И, в принципе, здесь тоже прохода нету. Поэтому я сюда не иду. Зато я иду вот сюда. Очередной здоровый сундук. А, тут еще и маленькие сундучки. И выход как раз оказывается. Нихера, мне еще щит дали. Херовый щит. Да ладно. В сраку. Да, два ключа, манать, золотых я получил. Но это ладно, видите, он более полезный. Проход в лагерь. Мне дали меч, на хороший меч начальный. Мне вообще кажется, начальные вещи подавали. Ой, яблоко нужно забрать. Не, я понимаю, что я мог вообще качаться чисто в ХП. Меня бы даже никто пробить не мог. Камень, который можно подобрать. Так, тут только два, да, их? Блин, ну все, минус яблочки. Яблочек больше нема. Так, ладно. Сейчас попробуем пошаманить. А вон еще вижу камень, ладно. Так, смогу я за счет два камня? Могу. Я ж все-таки шаман. Как-никак. Как-никак, но я шаман. Вау! Меня зараза укусила, я испугался. Ладно, мне туда, я понял. Толстый. Ну и кто идет? Пароль. Топор в спину, хватай дубину. Меч в брюхо, отрежь ухо. Нож в печень, никто не вечен. Проходи, дружище. Манать их тут. Да, сразился бы я с... Не, на самом деле, глава третья, болотные земли. Ништяк, мы начали третью главу. Скорее всего, по факту, я бы и мог... О, лагерь. Лорд болотных земель — это финал, как я понимаю. Там крокодил, он схватил и съел солнце, да? Я понял. Просто великолепно. Окей, у нас здесь два NPC.
Три NPC. Королевский кузнец. А, чё? Облава? Спокойно, я свой. А ну-ка, повернись. Да, действительно. Но королевский прихвостни не тянешь. Я скорее умру, чем помогу королю с его коварным планом. Ты кто вообще такой? Что за план? А, он тебе... А, он очень коварный. Ты уверен, что хочешь подвергнуть свою жизнь опасности, узнав его? Выкладывай. Пару недель назад, теплым осенним вечером, я был в своем домике на холме. Сидел у камина и подтягивал свежий эль. Тут в дверь постучали. Это была королевская стража во главе с первым воином короля. Они без церемонии вошли в дом и начали все обыскивать. Когда я спросил, что им нужно, первый воин ответил меня в сторону, так, отвел меня в сторону и сказал: «Королю нужна твоя помощь. Ты должен выковать клетку для принцессы». Я сразу понял, что дело нечистое, и сказал, что не буду в этом участвовать. Но тут солдаты нашли у меня под кроватью запрещенные цветы мака, которые у меня никогда не было. И главный говорит: «Выбирай, выковать клетку или надеть кандалы». Но не на того напали, и я согласился работать, но как только подвернулся шанс, пустился в бега. Они бы меня все равно не упекли или еще чего похуже. Теперь вот скрываюсь на болотах среди этих отбросов общества. Ох, извини, я не про тебя, я образно. Зачем королю клетка для дочери? Я как-то не решился спросить, но уверен, ничего хорошего этим не пахнет. Пошел слух, что принцесса похищена. Теперь вот... Ага, у меня задание спасти дочь короля. Из предположения, где она и кто ее похитил. Она у лорда болотных земель. Что-то тут нечисто. Он уважаемый человек и не будет таким заниматься. Ну, удачи тебе в поисках. Чем тебе помочь? На первый взгляд, все кажется безвыходным, но я долго думал и придумал план. Ты бы мог мне им помочь. Рассказывай. Чтобы стража перестала меня искать, нужно инсценировать мою смерть. Возьми мое кольцо, это подарок короля. Передай его страже и скажи, что я снял с мертвеца. Они сразу решат, что я погиб, и перестанут меня искать. Хорошо, если встречу стражу, передам. Спасибо, я в долгу не останусь. Окей. Что у нас далее? Или давайте лучше в следующей серии мы со всеми поговорим. Скорее всего, их тут только два, да? Ну, не суть. С этим поговорю, кто это. И продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.